Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео, как вы поняли, я вам расскажу, как восстановить утерянные данные. Это касается фото, видео, музыки, заметки. Начнем, пожалуй, с видео. Если мы перейдем в галерею, вот, мы можем заметить вот такие вот парочку фото. К примеру, я возьму их, удалю. Это будет касаться также самой видеозаписи. Вы вернетесь обратно, опуститесь ниже, недавно удаленные, выберите два пункта, или которые вам нужно восстановить. Бум. Возвращаетесь обратно, вы можете заметить, что эти фотки здесь вернулись. Это тоже касается и видео. Это не полное удаление, когда вы удаляете просто у себя с галереи. Когда вы уже удалите с недавно удаленных, тогда это будет полностью. Но есть также еще с теми фишками связано по поводу музыки. То есть, если у вас есть музыка, я музыку здесь не слушаю на iPhone, поэтому, но все равно вам расскажу об этом. Есть два способа восстановить музыку. Первый способ, это когда вы, если удалили музыку и хотите восстановить, это вы можете подключить к iTunes. Когда вы подключаете, вы всегда делаете резервную копию. Если не делаете, то делайте, советую. Все ваши данные там сохраняются. И только при новой попытке подключения вас запрашивают, делать ли резервную копию, либо же нет. Вот. Вот так. Но касается это еще файлов. Вы файлы, когда закачиваете музыку, вы можете сразу же ее сюда скинуть. Вот я создал папочку себе необходимую. Вот я эту музыку использую в YouTube. Также вы можете использовать всю свою музыку. Не забывайте, что бесплатное хранилище дается всего 5 гигабайт. То есть распределяйте на ваше устройство сами, как вам угодно. Дальше будет касаться заметок. То есть, когда вы перейдете в заметки, допустим, вот у вас есть такая заметка, все что-либо напечатали, неважно, какой-то просто текст. Вот. Вы его можете двумя способами восстановить. Вот, вы можете встряхнуть и не применять вот этот текст. Можете удалить. Либо же, когда вы удалите, допустим, эту заметку, вот, смотрите, удаляем заметку. Опять же, она полностью не удаляется. Вы возвращаетесь обратно. Недавно удаленная. Вот наша заметочка. Вы ее можете восстановить. Абсолютно все просто. Ничего сложного в этом нет. Вы просто нажимаете на нее и восстанавливаете. Либо же удаляете. В моем случае я удаляю и возвращаюсь к своим заметкам. Но все эти три фишки, то есть как восстановить фото, видео, музыку, заметки, связывают... Также одна единая, скажем, один единый лайфхак. То есть вы всегда делаете резервную копию. Либо же на iTunes, либо же здесь на устройстве на iCloud. И всегда вы будете подстрахованы тем, что если вы потеряете какие-то данные, вы сможете их очень легко восстановить. И это без каких-либо сторонних программ. Вот и все. Подошло видео к концу. Не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, рассказывать друзьям, прожимать также колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео.